Вот такое сегодня море. Конечно, немножко волнуется. Это небольшие волны, конечно. Это не такой настоящий, как бы, шторм или что-то такое. Но я бы в такую погоду, то есть такие волны я бы не полез бы в воду, не хочу. Никто не купается, собственно, да? Вот, да. Не вижу смысла снимать короткое видео на мою основную камеру, на Canon, поэтому снимаю на мобильник. В общем, этого будет достаточно, чтобы просто увидеть. Сегодня у нас 21 июля 2020 года. Хочу снять девятую волну. Ну, как бы, понимаете, как, зайдете, короче, они сперва небольшие, а потом одна волна как с ног сойдет, да и все, тем более, что я плавать не умею. Примерно такая погода сегодня в Батуми. Такие волны. Ну, это недалеко от Батуми. Батуми вот там впереди, я в Махинджауре. Ну, в принципе, это одно и то же, ну. Примерно так.